Привет, мои крошки. Сейчас 6 марта, поэтому это видеообращение к вам из прошлого. Потому что сейчас на дворе уже конец мая. Вы увидели, как скоропостижно я покинула проект и уехала домой. Записываю я это видео сейчас, потому что я понимаю, что в реальном времени мои эмоции и чувства будут неактуальны. Вот. И хочу сказать, что да, мне сейчас действительно неприятно. У меня такое ощущение, как будто меня подержали для комфортности. Хотя я не стул из Икеа. Ну, да ладно. Спасибо за хорошие эмоции, которые мы пережили вместе. Спасибо за это время. Как бы мне тяжело не было сейчас, но я могу сказать, что мои чувства утихают к Мише. Потому что все-таки любить себя я не перестаю. А попрощаться со мной в такой момент, когда ты дал столько надежд, ну, черт подери, это как-то отвратительно. Такие у меня эмоции. Что еще хочу сказать? Время лечит. В общем, до встречи в реальном мире. И я очень надеюсь, что на тот момент, когда вы увидите это, у меня уже будет все отлично. Я буду улыбаться и радоваться тому, что могу с вами разговаривать. До встречи!